была традиция ведической Руси супругам мир согласием нести. В неделю день вдвоем их оставляли, и это милованием назвали. Итоги за неделю подводить вдвоем и откровенно говорить, кто чем доволен или недоволен, был в этот день разбор такой устроен. Глаза в глаза, без лести, напрямик, высказывался каждый в этот миг, ошибки и обиды признавали, поняв и вывод делая, прощали. Был ограничен срок такого дня, решение принять должна семья. Уступки оба после допускали, в конце концов друг друга понимали. Среди недели сдерживать себя, чтоб не рубить в эмоциях с плеча, дожить до милования достойно, а там все обсудить, решить спокойно. Решили, ликование пришло, так называлось все, что дальше шло. Взаимосвязь была от общих целей, и так текли неделя за неделей. Сейчас боимся прямо говорить, додумываем, что не может быть. Намеками хотим мы достучаться, недопоняв, пытаемся расстаться.